Всем доброе утро. Всем доброе утро. Наше утро начинается сегодня с приготовления оладушек. Что нам понадобится для приготовления оладушек? Нам понадобятся 3 яйца, полстакана сахара, 2 йогурта, 1 банан. Банан я просто вот размяла вилочкой. А также мука. Муку вы можете использовать любую, которую вы любите. Мы будем использовать для приготовления наших оладушек рисовую и гречневую муку. Ну что, начнем делать оладушки, да, Новак? Да. Рецепт, подробный рецепт приготовления оладушек я оставлю ниже в комментариях под видео. Всем приятного просмотра. Наши оладушки уже готовы. Сейчас будем завтракать, потом отведем Толика в школу. Придем со школы, будем заниматься домашними делами. Играть, рисовать, учить азбуку. А потом, после того, как заберем Толика со школы, и, кстати, нам еще обед надо приготовить. Чем мы будем заниматься потом? Потом мы пойдем на плавание. У Толика сегодня первое занятие по плаванию. Классно? Классно. Ну что, идем завтракать. Всем, кто завтракает, всем приятного аппетита. Еще раз привет. Отвели Толика в школу, не могли пройти мимо детской площадки. На улице у нас плюс 13 градусов, сильный ветер. Как видите, мы в таких теплых жилетках, кофтах. Вот, немножко решили прогуляться перед тем, как пойдем домой. Сейчас покажу вам детскую площадку. Очень она такая симпатичная. Люблю сюда приходить. Здесь очень уютно. Очень мало их. Ну, на много. Качели есть. Как видите, очень даже миленькая площадка. Много деревьев, дышится здесь хорошо в этом парке. Сзади парка есть стадион, где можно побегать. Там сейчас какие-то строительные работы ведутся, поэтому немного шумно. Что-то там делают, что-то чинят. Мама, покатай меня. А ты сам раскачивайся, как я тебя учила. Давай. Давай я его раскачивайся ножками. А это, зачем это, мама? Чтобы держаться.
еще одно симпатичное дерево. Но это не то дерево, которое мы хотели вам показать. Мы идем дальше. Скоро оно будет. Остановись на скутер, Новак. Дерево, о котором я вам говорила. Новак спрашивает, понравилось ли вам дерево? Кому дерево понравилось и вообще, кому нравится смотреть наши влоги, пожалуйста, ставьте нам лайки, пишите нам комментарии. Это очень помогает продвижению нашего канала. Пока я обед готовлю, в это время Новак играет. Новак, что ты делаешь, расскажи? Дорогу строю. Строишь дорогу железную. А где твои поезда? Это дорогу, видишь, моя школа? Сложная работа тебе предстоит, да? Да. Супчик уже почти готов, скоро будем кушать. Да. Ты сейчас кушать или хочешь дождаться Толика? Чищать. Хорошо. Я пойду покажу, какой у нас супчик, хорошо? Чищать, но я на что и доволен. На обед у нас супчик с фрикадельками. Сейчас покушаем, пойдем за Толиком. Кстати, это Толик заказал суп. Говорит, мама, я хочу суп, приготовь мне суп. Ребенок попросил, мама сделала. Видите, как все у нас замечательно получается. Вкуснятина. Пойдем кушать. Какой вкусный. Приятного аппетита, кушай. Кто так громко сёрбает? Будет картошку с мясом кушать. Ну, тогда ее вилки сюда. Новак своя система, как он кушает супчик. Он любит фрикадельки выкладывать отдельно на тарелочку, чтобы они остыли. Ой, как громко кто-то кушает. Вкусно тебе. Кушай, кушай. Баловник ты, специально так ешь громко. Мама, я играю с игрушками.
гараж какой у тебя интересный. Да. Давай, ставь гараж поезд. Ой, упал. Это дом, это дом. Может, свет включить? Как-то темно стало. Нам за Толиком идти уже через 10 минут. А на улице так потемнело. Посмотрите, как темно на улице. Такое чувство, что вечер уже. А сейчас где-то около 3 часов дня. Ладно, сына, пошли уже за Толиком, хорошо? А то он нас будет ждать возле школы. Нам сегодня еще на плавание нужно идти. Да, да, сейчас. Вот так. Молодец. Главное, почистите. Чтобы не сломалось. Главное, чтобы не сломалось. Угу. Всем пока-пока.